Через эти магазин «Магнит», улица Гагарина, дом 49. Снимайте, не представьте, надо мне снимать. Вы же не можете без моего ведома снимать? Снимать девочек на трассе. Хорошо. Вы видите видеосъемку с моим лицом, без моего ведома, правильно? С вашим руководителем? Нет, я не согласна, чтобы меня... Нет, это руководитель, да? Да. Понимаю. А как зовут? Олеся. Олеся, вот мы сейчас походим, если что-нибудь найдем, мы к вам обратимся, хорошо? Нет, конечно. Все, спасибо. Все, ну, пойдем посмотрим. Я надеюсь, вы в мое лицо никуда не попадет, хорошо, ребят? Попадет. Нет, давайте мы без этого. Мне попадет. Зачем? Если я не согласна, чтобы мое лицо попало на YouTube. Олесь, давайте, у нас такое предчувствие, что у нас еще предстоит разговор. Нет, у нас разговор предстоит, просто единственное, вы заснимаете, это ради бога, я не против. Я просто говорю, что это моего лица просто не было и все. Фамилию и отчество ради бога указываете, а не хочу... А где у вас бейджик? Вместе. Лобашова, Олеся. Какой у вас бейджик? Это не бейджик. Лобашова. Лобашова, ну мой господи, хоть бы не Лобанова. А я вторую Лобанову не переживу. Ладно, Денис, что мы теряем время? Да. У нас времени мало, давай что-нибудь посмотрим. И с Олесей пообщаемся, если найдем. Хранить при температуре не выше 18. Как бы это показать? Они мягкие, они мнутся. Ты имеешь в виду не выше 18 минус? Да. А, ну так они разморожены, конечно. Они разморожены, вот они. Они да мягкие. Понятно, понятно. Причем я заметил, это на фиксе, знаешь. А на холодильнике какая температура здесь? Ну тут явно не будет 18 градусов. По идее должна быть 18, но оно все. Ты думаешь, здесь может быть 18? Олеся пояснит, какая температура и где Олеся, посмотреть температуру. Возьмите, ну вот эти, допустим. Вот. Почитайте, какие условия. Хранение? Да. Вот здесь нет. Хранить при температуре не выше минус 18. В каком состоянии? Это же не проблема. Да, да, мы еще не проходили. И там вот я пишу, снял. И, наверное, здесь тоже самое, да, не остается. А почему? Мы снимаем, не поверьте, каждый день снимаем. Знаете, сколько по этому поводу у нас? Вы же знаете, что повторная заморозка запрещена. А мы не делали, мы не страдаем. Мы только что потрогали и положили назад. Давайте сделаем так, мы сейчас это все снимем, а потом на видеокамеру утилизируем, ну, надавете по упаковку, чтобы оно повторно не появилось на прилавке. Но они всегда такие. Мы что? Ну, вот эти вот такие, блин, что они плохие? Я думаю, это не при минус 18. А лаги не будут деревянными. Вот минус 18. Ребята, вы... Олесь, в любом продукте есть влага. И при минус 18 все дубеет, абсолютно все. И блинчики тоже. Ну, здесь 5-5. А, не, если там так написано, я как бы ничего не говорю. А, просто минус 18. Ну, они. Пельмени, интересно, пельмени при какой температуре? Тоже для глубокой заморозки. Они, Владимир Васильевич, они мягкие. Так тут все мягко, все, что здесь вот находится, все и должно сниматься. Это замороженное. То есть выше определенной. Вы снимаете, вы не надо меня снимать, ребят. Выше, да вы уже. Но я просто вы, ну, вот вы без меня. Моего ведома. Смотрите, если вы красиво все сделаете, это вам будет только плюс. Нет, я не хочу, чтобы мое лицо где-то фигурировало. Это вопрос принципиальный, ребят. Я сделаю. Вы как смотрите, вы как руководитель магазина должны как раз именно лицо магазина показывать. Я не хочу показывать лицо магазина. Ну тогда вам надо менять должность. Вот, другого варианта нету. Я все сделаю, что вот надо от меня зависящее, но я не готова фигурировать своим лицом. Просто. Хорошо, пригласите того человека, которому дадите указание, и он на видеозапись при нас надорвет упаковку. К сожалению, нет, у меня очень урезан штат, и мне некого просто дать. Хорошо, как нам общаться тогда? Ну вот ради бога, вы снимаете просто без моего лица. Со спины буду снимать, хорошо. Не хочу. Все, со спины буду снимать, давайте. Если вы думаете, что так будет лучше, если как бы зрители будут видеть вас со спины. Я просто не хочу, чтобы меня вообще зрители видели. Да? Ну вы в магазине. Ну что, вы же не можете выкладывать меня без моего ведома. Да можем, в том-то и дело. Вот мы сейчас на данный момент не нарушаем ничьи права. Давайте все-таки с продуктами разберемся, снимем с реализации. Не, мы вам указали замечание, пригласите работника, пускай снимает все. И при нас утилизирует.
Это безобразие. Это уже сколько у нас видео снято на эту тему. Развес. Вот смотрите. Развес, так развесьте, упакуйте, вот промаркируйте. Вот я вам показываю. Человек может взять вот так насыпать? Может. А так может. Потом я взял. Ой, нет, они деревянные. Я перед домом бросил. Что-то. Я с вами согласен. Согласен. Что это можно? Что это... люди иногда так делают, но что нам с этим сделать? Нас... Подсовать каждую позицию. Подсованный вон выше. Ну, у нас вот так можно стоять. Вот это. Для этого есть отдельные пакеты, чтобы накладывали в отдельные пакеты. Они так накладывают в отдельные пакеты. Так накладывайте в отдельные пакеты. Мы вам сказали, вы стоите, слушаете. Руки в пояс. Вы кто для меня? Вы просто мы? Мужчина, который пришел сюда, у вас есть какой-то официальный документ, что вы хорошо. Имеете право так делать. А какой вам нужен документ? Официальный документ. Ну какой? Вы официальное лицо какой-либо канал. Ну какой? Я официальное лицо. Чего? Как чего? Ну чего официальное лицо? А вам надо официальное лицо чего-то? Да, мне нужно обязательно бумажка, чтобы подтвердить. Хорошо, вы уточните ваши вопросы, я вам скажу. Вы пришли сюда с проверкой. От кого? От кто вообще? Кто вы? От общества. Какого? Российского. Мы следим за тем, чтобы вы соблюдали так законодательство. Но вот так вот делать вы тоже мы покупаем, сейчас купим, не переживайте. Так я говорю, покупатели, они не накладывают в общем. Мы сейчас купим. Они накладывают в пакетики. Олеся, вы нам поможете приобрести данную продукцию? Нет. Потому почему? Что вы наложили все в один пакет. Как мне его вам предложить продать ее? Как? Каким образом? Я не знаю. Ну, как у вас в магазине это происходит? У нас покупатели так не делают. В других магазинах, где не нарушается санпин и технический регламент, там все расфасовано и промаркировано. У вас какая-то другая схема. Я так понимаю, что вы нам сейчас подскажете, как это делать. Нет, у нас покупатели все накладывают, все адекватные, все накладывают. Ну и мы на адекватные накладываем. Мы что-то не так делаем, мы его накладываем. Вы накладываете в один пакет, все. Ну да, нам так удобно. Ну, я и говорю. Мы любим ассорти. Ну, так вы не ложите каждый продукт в отдельный пакет? Да, нам вот так удобней. Хочется вам так купить. Все, Владимир, я, наверное, еще несколько пакетиков соберу. Вы тогда оплатите все это? Конечно, оплатим. А вы будете убирать с реализации? Если нет, мы сейчас сделаем все то же самое. Нет, я не буду убирать с реализации. Не будете. У меня есть руководитель. Денис, мы зафиксировали, да. Убирать не будут. Ну, давай тогда делаем так, как... Вы не имеете права так делать. Вы так делать не будете, молодые люди. Вы не будете так делать. Это не ваша продукция. Владимир Владимирович, полицию вызывай, на меня нападают. Нажми кнопку, вызывай. Меня нападают, Владимир Владимирович. Смотри, что творится. Олеся, не мешайте покупателю обслуживаться. Нет, вы не покупатель обслуживаете. А кто мы? Продукт наносите ущерб магазину. Это вы наносите ущерб магазину. Как финансовый, так и репутационный. Купить, не говори-ка. Караул. Караул. Миндаль, будем миндаль? Ну так, всего по чуть-чуть. Ну, давай. Ну смотри, тут уже готовый ассорти, вон, смотри. Ничего, никаких замечаний нет, пожалуйста. Готовить. Ну вот, видишь, вот. А, ну да, нельзя. Он там и изюм, и орешки, и там еще какая-то штучка. Поэтому что? У них свое ассорти, у нас свое. Есть одна касса, да? На каком основании вы вот это сделали?
Вам только что Владимир Владимирович объяснил, а как он снова? Нет, у меня нет официального документа о том, что вы пришли и можете так сделать. Покажите мне официальный документ. Давай в интернете смотрим, Google помощь. Google помощь вам, ребят. Я еще сейчас наберу. Я сейчас все соберу. Орехи. Не пугайте. Вы меня сейчас пугаете или что? А что, испугалась, что ли? Конечно. А боишься? Да нет. Что вы не разговариваете вообще? Конечно, мокрый. А вы полицию-то вызвали, Олесь? Да. Все, Алиса. Прекрасно. Алиса? Алиса Милофон, да. А я думал, что Олеся. Я тоже думал, Олеся. Я ее Олеся называю, она даже не справляет меня. Да, мне ей может нравиться, ей, которая сзади нравится, Олеся нравится. А в интернете вообще не будете. Будете в интернете. Вы на работу приходите? Мы на работу не приходим, да ты работаешь. Ну а это не ваша работа? Ты сейчас на работе, нет. Это не ваша работа? Нет, какая работа? Мы покупатели зашли, да. Можешь купить хотим? В чем проблема? Мы приходим в трезвом виде. А, мы не в трезвом виде, я клевета. Думаю, что, наверное, нет. Клевета. Алиса, знаете статью 128.1 Уголовного кодекса? Я не убеждаю. Вот все, все, что вы сейчас сказали, оно все зафиксировано. Я считаю, что вы, наверное, не в трезвом виде. Ну вы когда считаете, знаете, немножечко... Вы же можете обвинять? Я могу... Я вам конкретно факт указываю. Если вы с чем-то не согласны, можете это обжаловать. На данный момент дайте распоряжение вашему кассиру, чтобы нас обслужили. Вы наложили себе... Наложили штаны? Кому-то мы наложили. Тебе, что ли, наложили штаны? А, будете обслуживать нас? Я не смогу назвать, так как вы сложили все в общую кучу. Поэтому тогда, он не сможет вас обслужить. Тогда просто скажите, вы отказываетесь или нет? Ну, мы не можем здесь стоять. Ну, так, не надо хватать. Это предмет правонарушения. Вы вызвали полицию. Сейчас будем оформлять. Не переживайте. Я не переживаю. Ну, так тогда не хватайте. Я вам объясняю, что она не может вам продать этот продукт. Потому почему? Что доски, мотивируйте. Мотивируйте. Почему? Потому что вы все сложили в один пакет. Поэтому мы не можем это продать. А нельзя было в один пакет? Не, ну серьезно. Ну, вы считаете, можно? Я считаю, что можно. Если мы это делаем, значит, мы считаем, что можно. Поэтому мы так и делаем. Если продукты стоят в разных коробках, значит, можно их сложить в одну, да? Ну, а что мне запрещает это сделать? Вам ничего, кроме адекватности. Да? Да. А вы считаете себя адекватной, когда вам говорят на нарушение санитарных норм, предлагают вам убрать это с реализации, вы отказываете? Это нормально? Я вам еще раз говорю, для этого есть руководство. Если вам не нравится... Ваша должность какая? Товаровед. Товаровед? Вы сейчас старший в магазине? У меня распоряжение свыше о том, что у нас должно стоять по такой выкладке. Угу. Вы можете связаться с вашим руководством и получить информацию? Я тебе не скажу завтра на бутылку садись. Будешь садиться? Или все-таки мозгами своими подумаешь, что это неправильно? Начну с того, что я вам не тыкаю. А мне пофигу. Ты не беременная, что тебе на ужин. Я вам не тыкаю. Почему тыкаете вы меня? Ну хочется мне так. Что мне запрещает это делать? В некоторых странах вообще слово «вы» даже не... Никто не обращается. Так я оттуда приехал. Вот вас поучить немножко. Ребята к нам приехали. Короче, пришли молодые люди. Начали снимать. Да? Полицию. Наложили. Вообще кучу. Масло Денис Анатольевич подходит. Нам бы полицию. Гагарина 49. А, нет. Я прохожу, я же ничего тебе не взял. Ну, бери камеру вниз, опусти ее, я пройду. Почему я должен обходить ее? Почему ты опусти ее. Ты же снимаешь, а не я, правильно? Ты же проходишь. Ну, я прохожу. Опусти камеру. Бля, вот ты залупу на той конкретно ебать. Да что ты? Залупу на той ебать. Ты в зеркале увидишь. Давай, снимай дальше. Слышь, во-первых, выйди на улицу.
Денег нихуя нет. Да Владик, не забудь водку. Вам объяснили всю ситуацию? Вопросы к нам есть какие-нибудь? Да. А? Развлекайтесь дальше. Мы упаем на всю. А что это вы так комментируете? Развлекайтесь. А что это? Говно будешь такое покупать? Давай для тебя. Едем своим. Что тут смешного? Ты считаешь нормально? Лима против не смотрел. Ты считаешь нормально? Вы же попадете на YouTube. А что вы хамите? Не борзый, там моя. Частная охранная организация как бы не похвалит вас за такое поведение. Вот у вас есть достаточно адекватные работники, вы себя ведете немножечко неправильно. Вот я вас сейчас... Я сейчас вам ничего такого неплохого не сказал. Даже тон на вас не повысил. А могу и повысить. И тогда вы будете психовать. Не надо? Тогда не надо мне на ты, во-первых, да? И указывать не надо. Стойте спокойно. Тебе какая разница, как мы стоим? Что тебе надо вообще? Ты подошел к нам, что хотел? Что хотел? Что-то? Нет. А до свидания. До свидания. Не надо провоцировать. Не надо. Удостоверение. Что? Покажи удостоверение. Удостоверение. В развернутом виде. Кто вы такие? Кто мы? А ты закон не хочешь почитать? Частная охрана действует. Нет, статью 12. Не хочешь? Что, бежал? Так все правильно. Статья 12.1. Он обязан по требованию полицейских или граждан и граждан там написано. Ну почитайте. Приехал с оружием, со спецсредствами. Кто он такой? Он должен представиться, как минимум, а не тыкать тут в мой адрес и хамить. Просто бармата. А с вами можно пообщаться? Вы готовы представиться, в отличие от вашего коллеги? Не готов. Не готов, не хотите, да? А чего? Ну вот к вам обращаются. Может, не нужна ваша помощь? Да, помощь. Ну, я считаю, что в данном магазине реализуется продукция в нарушении СанПин. А вы с какой целью приехали? А можно поинтересоваться, с какой целью? А, мы что, хулиганим? А у вас есть полномочия пресекать хулиганство? Не, я просто у вас интересуюсь, насколько вы грамотны. Чтобы руководство посмотрело вашу беседу со мной, да, и сделало соответствующие выводы. Что вы на себя берете полномочия немножечко не того органа. Ну, вы еще пока не сделали, но вы озвучили, что вы приехали сюда хулиганство пресекать. Ничего не попутал, не? Твоя задача вот охранять, охранник, имущество магазина. А хулиганство будут пресекать сотрудники полиции. Понял? Ну все, прекрасно. А удостоверение ты должен показать по требованию гражданина. Я не хочу. Так это не «хочу» дело, это закон тебя обязывает, понимаешь? Может, он дома сидит и не работает? Хочет, он не хочет. Хотеть ты дома будешь. Вы, по-моему, слишком не лезете в систему. Вы будете на улицу, вам начистить конкретно. Чего? Да, клоуну, я об этом говорю. Да? Ну давай. Станцуй еще. Сам иди туда, сейчас поедешь. О, молодец, молодец. Дождешься полиции? Не засышь. Дождешься? Или смелый только тут? Убегать будешь, орел? Будешь убегать? Ему надо пить быстрее. Убегать будешь, нет? О, давай еще, накрутывай. Не будет? Так если убежишь, то не будет, за тобой бегать никто не будет, да? А я бежать не собираюсь. Ну так дождись полицию, будет, поверь мне. Нахуй оно меня обосрало. Водил, уедешь. Ну так я говорю, сыкло, потому что ты. Сыкло. Да. Засык, иди, смотри. Пальчики он тут показывает. У вас за разговоры. Течет. Здесь покупатели, да? Да, ты ему замечание сделай, что он матом ругается. И что к нам подошел? Конечно, вообще.
Матом орёт. Ну что ты стоишь-то? Охрана. Орут матом. Ну вот ты же сюда приехал вообще на порядок, чтобы следить, вот чтобы... А вот это как раз хулиганство. Чего не пресекаешь-то? Где твой смелый друг? Смелый друг где тут? Такой кричал-то тут. Охрененно смелый пресекаешь. Ну где пресечение? Чё всё-то? Ну что ты не проявил свою гражданскую позицию, не как охранник, а просто как человек. Не сделал замечания. Захотел? Не захотел? Владимирович, из одной стаи. Это из одной стаи. Как вы считаете, это нормально было сейчас? Показывать факью пальцы, да? Материться. Вы не видели? Все видели, а ты не видел, да? Отчеток. А? Не заметил. Не заметил, да? Вот так и бывает, да. Ну-ну. Все, снимаем с продажи. Как на сроке? Не смотри, на таком состоянии. Причем размаху уже давно, не отрезали. Наверняка знает. А вот как, вот откуда вы сделали вывод на глаз, что разваху? Так подойдите, посмотрите. Вакуум – это отсутствие воздуха. Знаю, там воздух присутствует. Ну а в чем дело? А что, не видно? Денис, давай на видео. Возьми то, что под вакуумом, и на видео поподробнее заснимем. Свежее. Вот, которое в вакууме в каком у нас снято. Да, вот оно обтянуто. А его, ну и, соответственно, тут нету. Раз в вакууме. И в каком она видит? Вот, это розовое, соответственно, свет. Ну, руководитель магазина, товаровед не знает, что такое развакуум. Он считает это нормально, значит, они конкретно это реализуют. Очень рада, что знаете вы. Приходите к нам почаще. Ну, теперь мы будем к вам приходить почаще, поверьте. Мы будем к вам, знаете, как часто приходить, пока вы не осознаете и на видеозапись не принесете свои извинения потенциальным покупателям. Вам лично я ничего... Не мне лично, не мне. Мне не надо. Нет, вы неправильно поступаете. Очень каком неправильно. Как неправильно? Когда продукт испорчен, я с вами даже не спорила, но в плане орехов вы действительно не правы. У нас есть распоряжение о том, что у нас должно стоять так. Вы помидоры тоже все фасуете? Послушайте, вам под видеозапись предупредили и предложили убрать с реализации. Вы могли бы снять... Почему? Покупатели мы, граждане, но которые ходят в магазин на основании законодательства Российской Федерации, в частности статьи 14 Гражданского кодекса. Каждый гражданин имеет право на самозащиту своих прав. Хорошо. То, что мы делаем, это называется самозащита прав. Ну, сами орехи, конечно, не виноваты. Они не виноваты, что попали в ваш магазин. Вы когда берете, покупаете себе их домой. Вы домой их приносите, наверное, моете. Правильно, нет? Алиса, я не мою орехи. Я вам открою секрет. Да, это да. Товар, который был до этого обработан, пожарен, там, соленый и тому подобное. Изюм, соответственно, виноград помытый, высушен. Он не моется. Он употребляется в пищу сразу. Я не мою. А я мою. Ну, вы можете мыть что угодно. Вы можете и хлеб мыть. Вы можете все что угодно делать. Гренки. Помидоры, огурцы вы не моете? Ну, Алиса, вы поймите, что огурцы... Так Алиса или Олеся? Олеся? Написано, как меня зовут? Ну, там не видно. Олеся? Олеся. Да, Олеся. Значит, огурцы и помидоры – это как раз фрукты и овощи, которые подвергаются мытью перед употреблением. Изюм никто не моет, понимаете? Если изюм помоешь, то он, ну, все, он раскиснет. Ну, вы же перед употреблением его моете. Я вот мою. Нет. Ну, вы там, может, и моете, можете компот варить, но этот товар может употребляться сразу же, понимаете? Ну, вот вы когда, знаю за выражение, орешки там распаковываете, вы же сразу кушаете, вы же не бежите их мыть, правильно? Нет, я когда покупаю на развес, всегда мою. Даже на юге, когда покупаю, всегда мою. Ну, это печалька, что вот. Вы очень сильно рискуете. Почему? Ну, потому что. Чем я рискую? Ну, может, вы некачественно помыли. Или, знаете, вот есть... такие бактерии, которых даже, ну, очень трудно кипячением убить. Ну, там всякие есть. Угу. Просто мне интересно, как вы моете, там, с мылом или как? Или так, споласкиваете? С мылом. С мылом, да? Конечно, щеточкой. Ну, это ваше личное дело. Вот, а я бы не хотел бы так этим заниматься. Не покупаете? Ну, так я не покупаю. Не покупаете? Не покупаю. Но вы портите продукт? Давай. Да мы не портим продукт. А, портите. Вы его портите? С чего вы испортили? Он что, не пригоден для употребления? Вы можете прямо сейчас... Я могу вам его продать. Почему вы не сможете продать? Потому что он... Кажется, ну, взвесьте. А вы его смешали все вместе. Поэтому я не... Так скажите, что мы конкретно нарушили? Вы испортили товар. Так как мы испортили? Он же готов к употреблению. Каким образом мы его испортили? Я не смогу его вам продать. Но это ваши сложности. Нет, это не мои сложности. Вы
вы его испортили намеренно. Испортили — это когда, знаете, вот берется товар и ломается. Это называется испортили. Это примерно то же самое. Нет, потому мы орешки не ломали. В отдельных упаковках, для того, чтобы человек подошел, захотел купить и насыпал себе столько, сколько ему надо. Вы все смешали в одну кучу, сказав, что мы это хотим купить. Но я физически не смогу вам это продать, потому что это все в одной общей куче. Максимум, что я могу сделать, это продать его и списать. Это вредительство, то, что они сделали. Да. Это можно выйти серьезно? В интернет и сказать, кто вы такие. Так а что вы уходите? Давайте подискуссируем. А в чем не дискутировать с вами? Вы когда хлеб... Ну, вы предупредили, вы испортили товар. Каким образом мы испортили товар? То, что вы сделали цену товара одного и орехи, который стоит больше, допустим. А вы хотите подешевле взять, да? А вы сделали все это вместе, соединили. Я могу вам бесплатно это отдать. Будете брать? Мне не надо это. Не надо? Пожалуйста. А чего вы тогда возмущаетесь? Я просто удивляюсь, потому что... А вы не удивляетесь? Не удивляетесь. Вы бы лучше удивлялись другим вещам. А кто вы вообще такие? А зачем вам это? Мне просто интересно. Ну, меня зовут Владимир Владимирович. Дальше нет, а что? А кто кого представляет? А надо кого-то представлять, да? Я себя в первую очередь представляю. Кого представляете, если вы так напросите? Себя представляю. Себя представляю? Да. Нет, а что вы мне скажете, кого представляете? В смысле кого? Я уже ответил. Кто вы? Вам обязательно нужно, я не знаю, там нет, какую-то историю придумать, кого я представляю. Вред. Вы нанесли вред, допустим, товар, взяв товар вот так вот, в кучу все сваляв. И хотите себе, чтобы вам... Мы товар взяли для себя и предъявили его на оплату. Дальше что? Каким макаром? Вы каким взяли, макаром? Это вопрос уже не к нам. Вот вы берете, допустим, товар стоимость одной, одна цена, и стоимость другая цена. И цена этого разнится во много раз. А я не знаю, какая его стоимость. Не знаете? В некоторых магазинах, знаете, как товар... Вы дураком-то не прикидывайтесь. Не прикидываюсь. Прикидывайтесь. Я из вас делаю дураков. Да. Из вас. Да, из быдла. Сначала. Понимаете, знаете, кто такое быдло? Быдло, да. Это вы. Человек, да? Быдло, это вы. Что такое? А что такое? Ты не знаешь, что такое быдло? А? Быдло. Я вот я считаю, что ты быдло. Это мое мнение. Да. Быдло, быдло. Да. Я считаю, что ты быдло. Кого оскорбляю? Кого оскорбляю? Еще раз тебе говорю. Правильно сделали. Вы не понимаете. Правильно, я все понимаю, а ты не понимаешь. Я понимаю, что вы могу написать заявление. Да напиши, напиши. Не напиши, а напишите. Ох, ты ж бедная. Понятно? Обиделась. Бедная. Господина задели. Угу. Да мне трудно задеть. Если кого я задену, так только вас. А что, вас смущает слово «быдло»? Вот я считаю, что люди, которые себя так ведут, который подчиняется каким-то там внутренним правилам в магазине, это быдло. И нарушают законодательство Российской Федерации. Что? А что, я не могу, при чем здесь взаимосвязь? Конечно, я работаю. То есть вы не подчиняетесь никаким внутренним регламентам своим? Ну, я могу себе позволить не подчиняться, да. Слава Богу, надо мной нет начальника дурака. У вас, видимо, есть. Понимаете, в чем разница? Я вам советую тоже работать так, чтобы над вами не сидел начальник. Ну да. Девочки, так как идет клиент, мы с ней виртуальнее. Так я вам могу сказать, кто я. Что ты переживаешь? Блогер. А я напишу заявление. Мадам, иди сюда, я тебе представлюсь. Я тебе паспорт покажу. Иди, понятно? Иди, ты иди мудак. Сюда. О, вот видишь, вот мудак уже оскорбление. Да что ты? Да. Ты а быдло это не оскорбление. Я уже везде оскорбил. Потому что быдло в адрес вашего не звучало конкретно. Вы обобщили всех людей. Вы обобщили всех людей. Нет, не всех, а только быдло. Тех людей, которыми я считаю быдло. А кого вы считаете быдло? Я сказал, кого считаю быдло. То есть, получается, я быдло? Ну, ты можешь думать кем себе угодно. Ну, это понятно. Это вы можете думать кем угодно, я могу быть для вас. Не, ну, если тебе интересно мое мнение, да? Ну, я считаю, что да. Почему? Потому что я... Пока ты с вами разговариваю. Потому что я внутренние регламенты компании исполняю. Нет, не поэтому. Если тебе интересно узнать, что такое значение быдла, слово, да? Нет, я не... Открой интернет, почитай. Я не прошу узнать, что такое значение, я спросила, по какой причине я быдло. Думаешь, тем, на чем сидишь, что ли? Так я еще раз говорю, почитай. Нет, вы мне по какой причине объясните. Больше даже что еще сделать? Не можешь, кроме этого слова, которое тебе озвучит. Потому что вы его...
А более умнее ты не знаешь вот ничего. Стоят настоящие да? мужчины. Да? Кавычки мужчины. Хуже базарных баб. Как вы зарабатываете? Вот. Ну, правильно, правильно, давайте защищать. Главное переметнуться на сторону, где побольше, правильно? Где побольше быдла, туда и бежать надо, правильно? Правильно. Ой, очень нравится. Очень нравится. Ой, класс. Вы понимаете, класс. Сегодня светлый праздник. Вот вы, что вы творите сейчас, понимаете? Светлый праздник. Для кого? Для вас? Иди празднуй. Иди празднуй. Празднуй, иди. Ты продолжаешь на СВ ООН своим дружочкам, быдлосам предложи. Там как раз таких не хватает. Пусть присоединятся. Что ты нам-то предлагаешь на войну? Вы на них не обращаете внимания. Да, вы на нас не обращаете внимания. Вот здесь вот, молодец, хоть здесь ума хватило. Ну, вам нравится, покрасуйтесь. Может, телефон попадет, Да, единственное, я вам, женщина, советую ко мне не прикасаться. Несмотря, что вы женщина, ко мне лучше не прикасаться, хорошо? Это не значит, что я вас боюсь, просто я, мне неприятно это. А сейчас все видели, все слышали? Ничего не пропустили? А? Частично, да? Слово «быдло» слышали? Не слышали? Блин. Прям странно как-то. А слово «мудак» слышали, нет? В мой адрес? Нет? Это, видимо, по обмену, да? Здесь еще, да? Я вижу, машинка не слышит, не видит. Олеся, вот скажите, вот вам нужно было это? Да вас уже 100 раз засняли и покажут. Ну я с удовольствием, я все пытаюсь хоть с кем-то увидеться в суде, но что-то никто не хочет на меня подавать в суд. Потому что, наверное, все-таки я действую в рамках закона. Даже если я себя веду по-хамски, я как бы не отрицаю этот факт. Но я не перехожу определенные рамки. Понимаете? Вы 10 раз меня назвали на ты. Девушка, ну и что здесь такого? Ничего такого. Я почему-то не позволяю себе к вам на ты обращаться. Да вы дозволили себе давно уже много-много хамства в наш адрес. А, да? Конечно. Вы просто в слове «ты» видите хамство, а в других своих действиях хамства не видите. Я с вами общался. Я никому не мешаю. Вам не с кем пообщаться? Скучно выходной день. Ну мы ждем полицию, ожидаем. А что, у меня пообщаться нельзя, да, женщина? Женщина, а что вы молчите? Вы так это красиво разговаривали. Женщина, вы в курсе, что вы меня оскорбили? Дождетесь полицию? Вы хотите заявление на меня подать? А, женщина, как вас зовут? Увидимся, конечно, еще не раз увидимся. В суде уже выиграли суд. Да что, вы договорились? Ну могу на ты, как тебя зовут? Как тебя зовут? Вот меня зовут. Это не ваше дело. Меня зовут Мамай Владимир Владимирович. Как тебя зовут? Сколько без? Без. Ты когда свой этот язык открываешь в мой адрес, да? Следи. Да как тебя зовут? Таня, когда приедут в мой адрес, скажешь, я вам подозрение. В мой адрес. Так а что ты не хочешь написать, остаться? Научись общаться. Так вот я учусь, научи меня. Вряд ли, родители, да? Видимо, давай сейчас мы тебя сейчас за собачку оформим, родители, чтобы без намордника. Родители, видимо, упустили. Да все нормально. Нет, упустили. Все нормально, видимо, да. Родители такие. С нормальными людьми я общаюсь очень вежливо. Нет, и корректно, да. А с теми, кто мне хамит, я общаюсь таким я образом. Я сомневаюсь. Родители, ты влезла в разговор родители, раз. Видимо, не додали. Ты лезла в разговор, это первый момент. Спасибо. Потом начала меня оскорблять, это второй момент. Теперь тебе мои родители покоя не дают. Да, давай, давай, посмотришь на себя потом. Деловая. Башенный магазин реально. Сами раздувают конфликт, нет, чтобы просто взять и убрать без всяких разговоров. Решили хайпануть. Вот, смотри, сколько подключили людей. Как тебя зовут? Давай хоть пообщаемся. Я с таким, как вы, не нужен. А какой? Какой? Скажи, я плохой, да, или что? Что не так со мной?
тобой в будущем. Ну, конкретно. Как, я обидел кого-то? Тебя, может, не? Меня? Тебя не обидел? Барахлится просто, ерундой занимаетесь. Ну, как ерундой? Нет, ну, если вот вы делаете порядок, хотите навести, наводить, зачем людей трогать? Ну, во-первых, я это делаю в ответ. В ответ на что? Ну, в ответ то, что мы когда общались, женщина подключилась. И вот ей нужно было вставить свое «я». Это же лишнее было, согласна? Ну, так, вы задели всех, по сути. Так кого я задел? Посмотри внимательно. Просто на самом деле конфликта могло бы не быть от слова совсем. А он вам нужен? Вы на этом делаете деньги? Ну, людям нравится. Нравится. Я даже не смотрю такое. Ну, к сожалению или к счастью, я не знаю, есть много разных людей, которым нравится. Потому что до вас иначе не достучаться. Вот вас не разворошить никак. 21 день. Вот здесь прямо указано. Угу. 21 день. Так. Вот. Смотрим. Такая же фирма. Огурцы. Все такое же, да? Все такое же, абсолютно. Название только другое. Так все то же самое. А здесь написано, сейчас я найду, срок годности не ограничен. Вот сверху. Ну, Денис, мы с тобой уже выяснили, что согласно статье 5 закона о защите прав потребителей, продукты питания должны быть в обязательном порядке иметь срок годности. То конечно. Есть это должно снято будет с реализации. Ну, я их снял. То есть, но в большинстве своем, вот сверху, они уже фейк у вас получили, либо это распродают остатки, не знаю. На большинство продуктов уже указывают срок годности. 21 сутки, здесь на нем 21 сутки. А там хотя бы дата изготовления есть? Да, 28 суток и дата изготовления. Ага. А там дата изготовления есть, да. Ага. Но нету срока годности. Есть срок годности, указывают. Пожалуйста. А на этих нету. Значит, вывод-то тоже можно сделать. Что? Ну это в магнитах только так. Да. В других магазинах там как более менее. Даже на кокосах, там на кокосах. На кокосах это как. А, киви, дата поставки, экономия при температуре, срок годности не ограничен. Берем. А, здравствуйте, Денис. Денис, два дара, я начну разговор. Выявляем замечания, какие есть. Если адекватный руководитель, то, как правило, никакого конфликта нету. Признают на видеозапись, если там что-то находим, утилизируют при нас, там вскрывают упаковки и тому подобное, чтобы повторно не попал на прилавок. Ну, понятно. Обнаружили то, что заморозка, которая хранится при температуре не выше минус 18 градусов, она разморожена, соответственно, на это обратили внимание, предложили все убрать. Ну, руководитель что-то вот так вот стал, вот как вот она сейчас стоит, руки в боки, и, соответственно, давайте я закончу, а потом расскажете свою версию. Соответственно, ну, потихоньку начинал развиваться конфликт. Вы готовы при нас утилизировать то, что я неоднократно повторял? Примирись и утилизирую, при вас нет. Вы кто, ребята? То есть вы хотите сказать, что каждый раз нужно вызывать сотрудников полиции, чтобы утилизировать? Вот это с вашей стороны не есть правильно. Ну, у них есть чем заняться, поверьте. Время разговора, вы меня и оскорбили. Хорошо, и каким образом я вас оскорбил? Лично я каким образом вас оскорбил? Вы не вдвоем с молодым человеком? Не вместе? Ну, я вообще-то отвечаю за себя, за свои поступки. Лично как? Как я вас оскорбил? У вас претензии ко мне лично сейчас прозвучало. Как я вас оскорбил? Я к вам обоим обращалась. Я вам открою секрет. Что если вы предъявляете претензию, то, пожалуйста, предъявляйте ко мне, а не кому-то там другому. Я же к вам не предъявляю претензии, а то, что меня покупатель оскорбил. Женщина там. Вы вместе с мужчиной пришли, снимаете, сказали, что вы вместе. Я не услышала, кто из вас еще раз говорит. Да, ну, тогда я еще раз вам говорю, держите свой язык у себя за зубами. Я вам еще раз повторно говорю, статья 128.1 Уголовного кодекса, клевета. У вас же должно быть записано. Как у меня все записано, не переживайте. Если сотрудники полиции затребуют полную запись, я ее предоставлю. Именно для этого и ведется непрерывная видеозапись с момента, как мы сюда зашли. Хорошо. Помимо видеозаписи ведется непрерывная аудиозапись с двух источников. Хорошо.
Хорошо. Все, что я произносил, все зафиксировано. С моей стороны нету никакого ни оскорбления, ни тому подобного. Да, я немножко похамил. В ответ на ваши действия. На какие? Это на какие? Да. Вот то, что вы сейчас себя так ведете, это называется хамство. Я? Да. Я словом вам нахамила? А можно не словом нахамить, а вашими действиями, либо бездействиями. Вы бездействуете, вы не реагируете на замечания. Это не вы требуете какие-то документы, чтобы я перед вами представился, запрещаете видеосъемку. Никто ничего не портит. Вы испортили продукт. Каким образом? Таким образом, что вы смешали все в одну. Мы сняли с реализации то, что вы отказались снять с реализации, для того, чтобы не купили другие. То, что там разморозилось, я вам слова не сказала про это. Хорошо, давайте про орехи поговорим. Я вам говорил, чтобы снять с реализации, да или нет? Я еще раз говорю, у вас говорил... есть официальные документы, что я вас должна послушать, вы кто? Я же вам еще раз говорю, он сослался на конкретный это нормативный ты документ. Кто? Я вам вопрос задаю. Кто? Покупатель, который имеет право на самозащиту и прийти в магазин и потребовать устранения нарушения прав потребителей. Что непонятного? Вы официально кто? Я официально покупатель, я вам сделал официальное заявление, претензию. Убрать с реализации. Что тут вам непонятно? Вам что, как? Какие вам нужны документы? Какие документы? Олеся, какие вам документы нужны? Назовите, может быть, они у меня есть с собой. Я вам их покажу. Вы только сформулируйте, какие. Какие документы нужны? Вы требуете, сами не зная, что вы хотите. А что, все? Закончилось ваше красноречие на этом? Ну так правильно, не надо было начинать с нами разговаривать. Нужно было просто молча устранить замечания и все. Вы еще раз говорю, вы вообще кто? Вы работник магазина. Вы именно? Ну, да. Вы и вы представляете лицо фирмы. Кто вы? Вы даже не представились, как вас вообще кто? Я уже 100 раз представлялся, как меня зовут. И вам, и покупателям. Вам этого мало. Я думал, страшнее, чем на Герои Североморца. Напишу заявление, приму вас. Олеся, вы готовы признать правонарушение магазина? Просто вот чисто теоретически. Как я могу этот товар обратно поставить на продажу? Ну вот как? Зачем мы так сделали? Потому что мы хотели от вас получить ответную реакцию. Она от вас была нулевая. То есть мы на предложение убрать с реализации... Вы никак не реагировали. Только на орехи. Только на орехи. Да, вот вы не хотели убирать орехи, согласитесь. Только орехи. Не хотели убирать, правильно? Орехи нет, да. То есть вы говорили то, что как бы вот есть приказ, руководство, я этого делать не буду, пока там какая-то бумага не будет, правильно? Угу. Вот. Но правонарушение налицо. Соответственно, мы должны как-то до вас достучаться. Я согласна, но... Если, послушайте меня, Олесь, давайте, вот я попросил вас не перебивать. То есть у нас было два варианта. Первый вариант, мы могли бы снять коробку, да? Угу. И, ну, бы вы начали нас выировать ее обратно, поставить. Это бы ни к чему не привело, ну, туда-сюда ставить. Но мы нашли другой способ, как до вас достучаться. Мы покупаем товар. Покупаем. То есть мы берем товар в нужном нам количестве, складываем, идем на кассу. И таким образом мы до вас доносим, что этот товар должен быть упакован. Когда мы вот такую ситуацию создаем, до вас доходит наконец-то. Почему доходит? Потому что вы понимаете, что за этот товар придется выложить из своего кармана. Потому что когда вышестоящее руководство будет смотреть видеоролик, всю эту ситуацию, они поймут, что вы неправильно себя вели. Вы не урегулировали конфликтную ситуацию, вы довели до этого, понимаете? И из вашей зарплаты, из вашей премии вот эта, скажем так, денежка уйдет, понимаете? И в следующий раз, когда мы к вам придем, а мы к вам будем ходить, пока мы не получим конкретную от вас положительную реакцию, вы в следующий раз нас будете встречать немножечко по-другому. Мы вам покажем... Я вас плохо встретила? Нет, хорошо изначально. Да, я обязательно вам покажу, как мы встретились, что все было хорошо, корректно. Но потом, как только мы нашли замечание, у вас пошла встречная реакция. Вы сделали мне замечание насчет заморозки. Да. Я с ним согласилась? Согласились, но уже пошла конфликтная ситуация. Не надо меня снимать, не надо меня снимать. Единственное, что я спросила, пожалуйста, не снимайте меня, не хочу, и все. Это, ну, не мое право? Это не ваше право. Вы находитесь в магазине как работник, понимаете? И именно мы вас показываем, вашему руководству, посетителям, покупателям. Вас как раз должны видеть в лицо. Мы вам нужны? Нет. Нет. Мы, если она при вас, то сейчас же будет реализована. Ну, как я вас при вас, но не будет. Ну, давайте. Мы вам заверяем, поэтому...
претензии лично ко мне у вас есть? Почему, лично товарищ? Ко мне лично. Я не услышал. Что, не сказал что-нибудь, нет? Я не сказал. Ладно, всего хорошего, до свидания. Спасибо.